Лепшего врача-стоматолога краины выбрали у Минску. У профессийном споборництве удельничали 8 пар – дантисты и ассистенты. Каждый из них представлял свою область, а вот от столицы было 4 удельники. За несколько годин врачи должны были провести у пациентов складанную реставрацию зубов. Профессийное жюри оценивало працу стоматолога, материалы и техники, которые он использовал под час лечения. За применение инновационных методик удельники конкурса отримывали додатковые баллы. Мы сегодня на уровне мировой стоматологии, то есть мы не отстаем. У нас есть все современные материалы, оборудование. Мы по-другому, врачи наши уже сидят, вы можете видеть, что они абсолютно по-другому сидят. Если посмотреть на работу в четыре руки, на изоляцию рабочего поля, то все это уже большой шаг вперед. Эти конкурсы, они продвигают любые новые технологии, новые материалы в широкие массы. По выниках двух этапов – практичного и теоретичного – лепшим стоматологом-терапевтом краины стал врач из Бреста Олег Петрусевич.